Так, друзья, всем привет. Хочу с вами поделиться отличной новостью. Вот таким вот приобретением оригинального дилерского оборудования. Rhythm Press Tool 9 on and off press working. В общем, этот заклепочник является P274 мотора. Там они немного специфические. Эти цепочки, в отличие от 271 мотора, на 271 они клепаются практически элементарно, на 274 и 276 моторах, 278 их нужно туда звенья, в смысле и частички звеньев нужно туда запрессовывать. Сейчас с вами вскроем, посмотрим, и как-нибудь в следующем видео я покажу, как эта штука вся работает. Ну и в целом по оригинальным приспособлениям, вот банальные штуки для закручивания болтов-клапанов Муфт Грэм. Это вот любой производитель можно найти, или Кот Мастак там, и все прочее, любой Китай. Это вот именно оригинал идет. Из-за того, что на неоригинале вот такая длинная бита, ключ, у нее возникает иногда, если неаккуратно особенно закручивать, может возникнуть рычаг изламывающий, и клапан можно обломить. Лично у меня такое именно было. На вот таком коротком ключе, соответственно, наверняка уже этого не произойдет, потому что рычаг намного меньше, ну и в целом инструмент мощнее и просто мощнее и приятнее таким работать. Это в целом вот в плане оригинальных специнструментов. Также для водоворота на 274 моторе валов есть вот такой вот специнструмент. Устанавливается торец вала, соответственно, и его заворачиваешь куда тебе угодно. Также оригинальная деталь, кому нужно будет артикул, я постараюсь оставить вам под видео. На некоторых валах, кстати, нет этого отверстия, что меня довольно-таки сильно удивило. И еще пришлось немного допилить эту спицуру, потому что вот этот штифт, который входит в отверстие, он был заподлицо с этим вот торцем. И туда не входил он просто до конца. И вот он так наискось становился. Пришлось его немного выбить наружу. И теперь все идеально, нормально работает. Вот такой есть специнструмент. Тоже оригинал Mercedes. И для 278-276 мотора есть вот планки оригинальные, цены там довольно-таки бюджетный был по ним, поэтому купил оригинал, даже еще не распаковывал, работал не оригиналом. Сейчас вот есть такие, и здесь диски специальные, по которым выставляется распределительный вал, точнее даже не сказать не диски, а вот такие вот сектора, с помощью которых выставляется распределительный вал. Тоже оригинал, стоит копейки, поэтому приобрел и с удовольствием этим работаю. Ну что, давайте уже распакуем вот эту вот штуку. Пока что самый мой дорогой оригинальный специнструмент. Производитель. Конечно же, вы этого производителя не купите. Только в оригинальной коробке все это будет. Опа, что-то они не до конца наполнили, очень жаль. Ну, спасибо и на том. Вот такой вот специнструмент. Обязательно покажу вам, как это все работает в одном из видео. Я так понимаю, это выпрессовщик звеньев. Закаленный наконечник, видно. Извините, если кадры мои не особо удачные получаются. Видно синий наконечник, он закален. Классно? Попробуем, попользуемся. Поработаем. Покажу вам обязательно, как это все в действии. Ну, упаковка, конечно, огнище просто. Тут, посмотрите, тут одна упаковка своих денег стоит. Здесь уже практически, я так понимаю, все автоматически происходит.
запрессовывается, выпрессовывается. Не то что ковыряешься, ковыряешься там очень долго обычно. Обычным заклепочником все это происходит. Я так понимаю, вот он номер оригинальной этой детали. Оригинальные сектора для дисков. Сразу вам, в общем, покажу. Оригинальные прижимные планки. Оригинальный ключ для доворота и оригинальный ключ для клапанов муфт. Вот такие вот, друзья, приобретения. И инструмент имеется. Приезжайте, ремонтируйте, обслуживайтесь. Буду рад вам помочь и сделать все очень качественно. Даже лучше, чем на дилерском уровне. Спасибо за внимание, спасибо, что смотрите. Если не сложно, кидайте донаты. Номер карточки будет в описании, как всегда. Это сейчас очень и очень актуально, я думаю, для многих. Ну и также на 274 мотор имеются восстановленные валы. Кому нужно, обращайтесь, смогу выслать в обмен, естественно, на ваши. За новыми деталями точно так же можете обратиться по телефону в описании. Можно в WhatsApp позвонить, как угодно связаться. Постараюсь вам помочь. Отправляю детали в любой регион почтой, транспортными, любыми компаниями. Всем удачи, всем пока, спасибо за внимание.